Из 7 кандидатов осталось 5 кандидатов, за которых голосовали на этом заседании. Как сказать, кто выиграл и наступил, не наступил, правда, инаугурации не было. Кто выиграл в соревновании за депутата, ой, за главу района. Тебя горшок снимает для истории. Не, ну я, конечно, на Первом канале. Так, выиграл по результатам голосования у нас Хохлов Петр Яковлевич, на 12 голосов. Можете поздравить, кто рад, можете поздравить. Так, ну и дальше буду зачитывать, у кого сколько голосов. Боровский Олег Юрьевич. 1 голос проголосовал. Клёсов Дмитрий Владимирович. 2 голоса. Колпаков Виктор Владимирович. 1 голос. Паршаков Евгений Игоревич. 5. Ну и сказал, победил у нас враг. Хохлов Петр Яковлевич, 12 голосов. Риттер и Чернов по 0 голосов. Спасибо за то доверие, которое вы мне оказали. Очень понимаю, что это очевидно. Огромнейшая ответственность, которую мы, надеюсь, все-таки разделим с вами. Потому что никто из вас не считает. Вот выбрали, да, и сейчас гребик вывели. Я думаю, что это наша совместная работа на 5 лет. Еще раз благодарю всех за то, что оказали мне доверие. Но если про инаугурацию, я предлагаю среду провести.